На Ставрополе обновят парк коммунальной техники. По поручению губернатора Владимира Владимирова в 2018 году из регионального бюджета на эти цели будет направлено 128 миллионов рублей. Решение о финансировании этого направления принято впервые за 8 лет. Первый транш в 64 миллиона рублей уже получили Ставрополь, Ессентуки, Кисловодск и Пятигорск. Сейчас на местах проводят конкурсы на закупку спецтехники. По поручению главы Ставрополя до конца года дополнительно будут выделены из региональной казны еще 64 миллиона рублей. Министерство ЖКХ края объявило о начале приема заявок от муниципалитетов на приобретение коммунальной техники. Подать их можно до 1 августа.